какие огрехи. Алмир Виладжич, 232 килограмма. Алмир 234 поднимал в Лондоне, а из последних результатов 229 на чемпионате Европы в прошлом году. В случае успеха обходит Геннадия Муратова. Справляется с громадным весом Алмир. Ну и покричать, конечно же. Да, какой у него кураж. Ну что ж. Молодец. Зрители любят таких ярких атлетов. Насколько мне помнится, у Алмира Виладжича и у Матиаса Штайнера есть свой фан-клуб. Ну, в общем-то, и Далегу обошел Виладжич, не только Геннадия Муратова. И на наших экранах новый лидер. Да, ну, у ребят еще есть попытки, чтобы поменять ситуацию в свою пользу.